это, Лёва, осьминога видели? Вот такого огромного. Из крупного, наверное, осьминог большой. Очень крупные мидии, гребешки, очень крупный здоровый гребешок. Кирчак шикарный, шикарный, да. Прям кирчак, наверное, больше полметра. А из мелкого голожаберные моллюски двух видов. Стоит погружаться, стоит. От берега 15 метров и глубина уже 15,8 метров. То есть это для фридайвинга очень хорошие условия. Не надо идти отплывать далеко от берега, а сразу отошел и уже ныряешь. Вполне для фридайвинга рабочая глубина. Отличное место, мне очень нравится. Залив Петра Великого и острова Римского-Корсакова. Это, я считаю, что жемчужина нашей части Японского моря. То есть у меня есть в практике случаи, когда я встречал, например, синеперых тунцов. Акватория, в первую очередь, вокруг островов Римского-Корсакова, который уходит в заповедник, одна из самых богатых по биологическому разнообразию акваторий России.